Think of Wayne. Thank you. And fuck you. Thank you, Wayne. Hi. Hola. Бля, даже какой-то белина объелась. Love your eyes. Thank you. Fuck you. Love you. No. Me. Thank you for the phone. How about that? I'm good. Is Beaches Mary's cycle? I bet it's Mary's cycle. Guys, help me finish the goal, please. Hi, how are you? I'm good. Thank you for the phone. Remember I can buy myself flowers. I'ma need you to stay. Talk to myself flowers. No, I understand. So good, thank you. 20 years old. I'm from Nash. Just help me finish the goal, please. They don't understand. Не стыдя. А одна и там зубы есть чуть-чуть, кажется. How are you? I'm good. Are you? Папа, сейчас буду диктовать тебе вопросы. Зачем? Я должна выиграть. Just stay. Took to myself for hours. She didn't understand. Hi, honey. Hi. I'm Eliza. I'm Eliza. Don't understand. Господи. Господи. Лагает, лавирую, дрочила. Так, первый вопрос. Блин, ты классная, спасибо. Над какой болезнью ученые 20 века одержали окончательную победу? Звездная болезнь, натуральная оспа, золотая лихорадка, политическая слепота. Оспа. А не золотая лихорадка? Нет.
You're from I'm from Russia. Да, это правильный ответ. Thank you for the follow me. Следующий вопрос. В каком виде спорта прославился Евгений Кафельников? Теннис. Может, метание ядра? Чё? Может, метание ядра? Ядра можно. Что из этого не является традиционной закуской под водочку? Это я знаю. Манная каша. Хотя и манной кашей закусывают, знаете. Да. Кому чего под руки попалось? Где в автомобиле должно происходить зажигание? В радиаторе, в двигателе, в салоне, в глушителе. Еще раз. В радиаторе, в двигателе, в салоне, в глушителе. Зажигание. Двигатель. Нет, я не пью. Угадали. Следующий вопрос. На 1000 баксов. Спасибо. Что известная поговорка советует знать тому, кто врет? Меру, рамки, лимит, регламент. Меру. How are you? I'm good. How are you? Это мой папа. Кто из известных путешественников первым привез рецепт мороженого в Европу? Марк Поло, Фернанд Магеллан, Афанасий Никитин, Христоф Колумб. Христофор. Нет, да. Thank you for following me. Thank you, Wayne. Марко Поло. Thank you, Wayne. Thank you for calling me. Я угадала. Следующий вопрос на $2000. Как называют человека, который утром чувствует себя бодрее, чем вечером? Жаворонок, петух, сова, феникс. How are you? I'm good. Hi, I'm good. How are you? Правильно. Чем занимаешься? Сижу, болтаю тут с вами. Пап, следующий вопрос на 8000. Какого султана прозвали пьяницей? Ахмед I, Селим II, Мехмед III, Абдул V. Как ты это не знаешь? Не знаете? Мама. Время вышло. Так, короче, тут осталось... Я проиграла. Так обидно. Только 1000 выиграл. Хай. Нет, я тут общаюсь. Почему нет? Thank you for following me. Я просто открыл игру. Поэтому...
Блин. Я так миллион не выиграю. Скажи, модель. Занимаюсь чем? Там сижу. Good morning.